Это я написала Уин Гриша. Мы же сейчас поедем сдавать ГТО. Вернее, Гриша будет сдавать. Ну что, всем доброго уже утра, уже даже не утра, а дня, у нас 11 часов. Мы приехали домой с Григорием, сдавали ГТО, ну Гриша сдавал, да, там какой-то такой, куча народа, в общем, куча вообще. Три школы, наша школа, еще с нашей станицы 37-я, еще Красносельская, то есть аж три школы собралось, поэтому народу достаточно много. И мы все, вот это считай, да, 10-30 там были, заехали в магазин, купили рис, завтра Сережа будет плов варить, завтра у него день рождения, он сам тут будет все готовить, потому что мы с Григорием на карате уезжаем в Динскую, вот, так что рис мы купили, а барашка он сейчас уже зарезал одного, сейчас еще одного зарежет, и мы будем готовить шулюм. Здесь вот шею он порубил, я поставила вариться. И картошки начищу, морковки. В общем, не знаю, что это такое шулюм, но это что-то очень крупно порезанное. Все мясо большими кусками, картошка большими кусками, морковка, лук, все крупно. Ну, как мне сказали, поэтому буду так и готовить. Вот, начинаем. Я мяско поварила, в общем, переложила в другую кастрюльку и даже не все стала перекладывать уже для шулюма именно, потому что очень его много, и тогда бы картошка не поместилась. В общем, все-таки я думала, что не буду бульон процеживать, но решила, что процежу. Вот процедила. Морковка, что здесь? Картошка, лук, чеснок и мясо. И все это теперь варится, картошечка прям целиком. Там уже Сержунечка мясо на порционные куски рубает или рубит. Рубит, да, правильно? Я взяла пакеты для заморозки, которые листочек, ручку, чтобы подписывать куски мяса там для супа, для фарша, для гуляша, в общем, для всего. Мама, еще сколько раз пиццу захотелось. Да, прекрасно. Или какой-то прям праздничный. Мама, это цветок. Цветок, правильно. Завтра у папы же день рождения. Можно пиццу заказать? Да? Да. Это на что? А, на пловик, да? На с ребрышками, да? Угу, красивая. Так, а что еще? Это передние две ноги. Ну их что, на второе или на первое? На суп? Ну тут такое, вот видишь. Угу. Ну можно даже запекать в духовке. Да, да? Ну запекать этот. Да, да, да. Вот антрикот. Угу. Я уже попробую. Угу. Вот это я сейчас заднюю вот мякоть вырезаю. Угу. Еще одну для. Вот это на котлеты его заморозить. На фарш, да? Да. Ага, потом уже перетереть, да? Да. Ну вот тут уже яйца. 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 Так, ну что, вот он и весь баранчик такой небольшой. Здесь нет, получается, ребер, которые Сержуня на плов пустил. Мякоть, вот я написала, здесь два пакетика мякоти. Что на суп, то что с косточками, здесь 3 или 4 пакетика на суп. Легкие и печень варить будет ливер. Еще здесь яйца где-то. А вот яйца, почки и сердце жарить с луком. Кусочки запекать в духовке, так и написала, запекать в духовке, то есть это что такое-то на фарш уже отделили, так что вот сейчас все это в морозилку, и вот он весь баранчик. Смотреть-то не на что. Зато выкормленный дома нашей петрушкой. Сегодня погода вообще супер, я даже без шапки хожу и радуюсь, тепло очень. Небо голубое-голубое, просто супер. Рекс, конец! Спасибо!
побежал, побежал. Наташа, вот туда. О, молодец. Да. Эй, папа. Вот, побежал, побежал, побежал. Рек, бери мяч, ворота, быстро! Побежали, побежали, вперед, вперед, вперед! Антоша, все стоит! Бери, бери, штанга, я, ты, штанга! Штанга как раз мой палисадник, да, пап? Гол, сынок! Один. Молодец, молодец, ну куда ты взял, куда ты? А Рекс подает, да? Опа, забирай, забирай, забирай. О, молодец, молодец. Иси, конец, все. Фу. Вот, молодец. А у меня, куда ты пошел? 3-4. Фу, молодец. 4-3. Папа. 4-3. Хороший. Так, детки, давайте чуть-чуть, пап, там же шулюм уже. Слышишь? Там же шулюм уже сварился, надо жить его горячим. А мы уехали из дома. Так, мы на заправку заехали. На Роснефть, да? Че тут бензин, тут цен нету, да? Так, это что, мы уже приехали, да? Вход, что у нас это, по-моему? Папа, тихо. Приехали мы в Ленту. Все дети одеваются. Ты, наверное, надо эту взять. Там же карточка Ленты у нас это была. А? Ну что, пошли посмотрим чуть-чуть игрушек. Можно часть, ну, выбрать, если что-то найдем. Ну, покажи, а что тебе нравится. Такие камазики. Что? Да. Нёрф. Деда Мабеля. Деда Мабеля. Правда, хочу вот это. Плейдо я хочу набор. Хочу посмотреть, что плейдо, да. Наборчики. О, куклы, мам. Куклы? Тебе хочется куклу? Правда, правда хочется? Для девочек. Ну пошлите дальше смотреть теперь для мальчиков. А мне вот такие нравятся. Но это не Дед Мороз, конечно. Кого покажи? А вот такие? Ну да. Делать, если а вот такие нет? Мама, а я себе мяч. Так, это какой? Хлопушки только не трогай, знаешь, чтобы они не взорвались, ладно? Покажи. А, такие красивые. Они стеклянные? Ну, что такое интересное? Не знаю, бесценно, да? Да, он, вот этот целый? А то тут был какой-то, да, чуть-чуть пахнет. Давай возьмем, да, да. Покажи. А бабочка что это? Бабочка-прищепочка. Что красиво?
А тебе кто, олень нравится? Не надо быть, ничего. Давай, мам. Давай. Грузинский. Да. Цыганский тебе хочется? Да. Нет, он, ты его не будешь есть. Буду. Он может быть острый. Ну и что, я буду с хлебом и с водой. С хлебом и с водой? Да. Купили все продукты. Да еще не все, пошли еще за папой. Надо выпить, а? Это что такое? За кролик, да? Что тут за мальчик едет? Мама. Я люблю тук. Вперед. Папа, пока рогов нету, не может никого забодать. А будут, понял? А будут. Не, он говорит, я не буду тут сидеть, я уже большой. Скоро уйдем. Конвейер, да? Давай работу правильно. Да. Давай, быстренько, вся общая покупка, да? Да. Так, в ленте все, расплатились, все купили. Ну, если что, то десерт еще, чипсики там. Да? Порыться. Так, потом уже дома все покажем. Дети сами все выберут, мы зашли в Subway. Вот он, Subway. Ты хочешь, берешь булочку и любые всякие, там вон, видишь, как сосисочки, видишь, как котлетки. Как колбаса, он с сыром. Чего? Я тоже его люблю. Я тоже его люблю. Афонь, ты кого любишь? Гамбургеры любишь? Да не сам Бэвэй, Сабвэй. Это что? Где мое? Ты с чем? Может, с курицей терияки или кто с чем? У меня курица. Потому что маленький, это точно наш. Да. Это что? А вот мой. Да? Это не, а это вот не мой. Так, вот наши покупки с ленты. Ну, это, естественно, еще не все. Новые новогодние игрушки на елку, домики. Ну, что еще? Салфетки. Самые обычные. Папа! Самые дешевые. 365 дней, две упаковки. 250 штук бумажные полотенца. Так, рис пропаренный, это не из ленты. 1 килограмм. Завтра Сержуня будет плов готовить. Зефир это дядя Леня угостил. Две упаковки, 2 стаканчика листьев салата. Не знаю, взяла вот такой вот. От него хоть какие-то листики чувствуются. Я, правда, не знаю, какой он на вкус. Но вот этот вот, который был самый обычный, у него не совсем тоненькие листики. Еще одни салфетки вот такие вот, большие. 3 перца разных. Это для торта. Сейчас буду его собирать. Сливки 33% для взбивания. Сижуня выбрал вот такой вот каравай себе. Как ни странно, но мы купили укроп. Несколько пачек вот такого вот сыра творожного для крема сливочно-творожного. Какой он называется? Крем-чиз будет. Кофе вот такой вот решили попробовать. Майонез. Вот. Кальве. Не знаю почему, потому что
из-за упаковки, что она мягкая, будет в холодильнике хорошо лежать. Это остатки Subway на завтра. Так, и вот наши покупки буду сейчас выкладывать. Дети взяли вот такие вот микс конфет, здесь всякие разные, как раз таки любимые очень, и Баунти, и Марса, потому что мы не могли определиться, какие именно нам хочется. В общем, тут целая коробка, я ее уже порвала, но дети взяли себе ее на завтрак, на завтра. Крабовое мясо, сосиски, которые из индейки, по-моему, из мяса птицы. Да, в общем, какие-то вот такие вот сосиски нам на завтра. Помидоры черри, еще одни помидоры черри. Здесь куча всяких вот таких вот разрыхлителей и интересных посыпочек. И звездочек. И где-то здесь еще вот такие шарики и конфетти. В общем, разные-разные. И еще набрала именно доктор Эткер разрыхлителя. Он очень хороший. В тесте он просто великолепен. Идет себе просто супер. Так, мусорные пакеты. Орео. Еще посыпка, вот такие вот конфетюшечки. Колбаса вот такая вот сочинская, балыковая. Вот такие вот миленькие яблочки на елку. По-моему, они вообще здоровские. Яблоки — это наша тема. Еще два вот таких вот красивенных украшения на елку. Вот этой вот пуэнсия, как она называется, рождественский цветок. Перец черный, вот он очень здоровский, его совсем немного надо, и вкус у него просто прям настоящий перчик. Вот такие тарталетки завтра буду начинять сыром творожным. Еще одни салфетки. А вот такой вот сыр специально взяла для тарталеток с зеленью. У нас еще вот такой соус сырный, несколько шоколадок, красная рыбка, форельку вот такую вот взяли, кусочек сыра лентовского, еще крабовые палочки, вот такие вот вичи, кусочек ветчины, которая Савушкин, чего-то там Савушкин, а, славница, вот такая вот ветчина. Самая обычная. Еще один сыр. Опять куча сыров для торта. Это обычный сливочный. Без добавок. А вот этот синенький был с зеленью. Какая-то вот такая интересная штука. Я так и не поняла, что это. Ну, мне нужна была вообще пленка. По-моему, вот это вот пленка, да? Я потом посмотрю, открою. Сливки купили для того, чтобы играть в торт. Торт в лицо. Правда, шоколадное. Но не знаю, что это будет. Вот такой вот чесночный соус. Мастику взяла маленькую. Батарейки. Пальчиковые, мизинчиковые. А что еще? Балтимор Адмирал. Это прям вкус детства. Мне очень нравится Адмирал с чесноком. Что еще мы купили? Барилу. Моя самая любимая форма вот такая. Вот еще взяли бантики. Где-то они были. Вот такие бантики. Купили в ленте две голени. Голени это называется? Да, две голени. Таких вот два чупа-чупса от индейки. Его просто запечем в духовке. Но уже не завтра, не знаю когда. Когда-то запечем. Их надо в морозилку. Цена у этих голеней 179, вот, 180 рублей за килограмм. Вы что опять здесь делаете? Лентовские две баночки горошка, именно из ленты, ну не знаю, попробуем, какие они. Здесь еще шоколад, и еще шоколад, и еще разрыхлитель, и еще черный перец. Кальва томатный,
Это любимый детский кетчуп. И, в принципе, все. Ой! Чуть телефон не упал.